Ко мне бежит Квинт, я не хочу говорить. Я возвращаюсь к себе. А я захожу туда. Ну вот, 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 пускай он к тебе подходит, говорит. Без харизмы и убеждения не хочу. Баф. Не... Саша, он что-то, по-моему, с ума сходит. Нет. Че? Спокуха, бафаемся. Какая миленькая деревня, смотри, как уютно. Много на ладони, я же не использую их практически. Может их нахрен. Че делаем? Выкинуть их нахрен надо. Потом будет. А, не понял. Сохранюсь. Подожди, а тут сейчас опять будет что-нибудь. Как видишь... Ебать, я, наверное, оживу. Аптека-целитель, ты им не пользуешься, да? Ну, все равно нашу. Хрен себе. А вот там, смотри, разве нельзя было еще пройти, вот, так сказать, смотри, налево, направо. Ты давай в другую сторону, чтобы быстрее. Тут тупик. Не пойдем, да, туда смотреть? Мне кажется, там такая же ситуация. А, нет, тут вроде проход. Да? Иду. Ну да. Жесть, вот старая школа. А, нет, а, это... Да. Всё, мы слишком хорошо думаем об этом. Все очень просто. Две в пеньке. Еще не две. Трогаем. В пеньке вот какая-то женщина. Нет, о ней ничего. Да как... То, слушай, тут много дверей в пеньке. Нет ранений, значит, сейчас будут. Чара вот. А, подожди, мы же пришли в город, типа. Маленькая деревушка. А, и два лорда. Просто как они тут живут, непонятно. Она говорит, что здесь нет торговцев. Двери бутафорские, походу, дела. Но не все. Вроде бы можно зайти. Вот открыл. Ну, а и остальные вот... Не, ну это дом, понятно, ты открыл. А двери в эти я имею в виду. В дом зайдем, да? Не, сначала осмотримся. Здесь закрытая дверь, то есть она как бы закрыта, ее взломать можно. Заблокируем с другой стороны. Не, если так пишется, что с другой стороны, Сань, то все. Вот кабинет мэра. Короче, в кабинет мэра сейчас пойдем. Но сначала посмотрим, что здесь. А, здесь какой-то стражник замка. А, ну когда замок-то грабить? Эти ворота закрыты. Мэр сказал, что это важно. Никого не впускать.
Тут тупой стражник не пускает. Тогда я иду к мэру и договариваюсь просто, чтобы нас пропустили. Ну а иначе... Придется. Да не пизды, стражник. Да, просто-напросто. Не, а мы ему дадим пизды, но ворот при этом не откроются. Так что это все-таки игровое условие. Greetings to you. I am Mowgli, the mayor of Charwood. What can I do for you? Смотри, какой же рабочий. Отлично, харизма сработала. Он похож на этого фрика, блядь, с Ютуба. Вы думали, я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Короче, лорд Карат и Джарак, его брат, как же его зовут, они вырезали замок в скале и основали рядом с ним нашу деревню. Ну, они, короче, прислуживают замку. А, слушай, они еще забирают детей, прикинь, у этих крестьян бедных. На орга? Не знаю, это я вот все, я говорю ему, что я разузнаю, что с вашими детьми. Он, нет, не надо. Если они узнают, что кто-то вмешивается, нам всем каюк. А дети не против, что их забирают? Может, все по обоюдному согласию, так сказать? Тут сундук какой-то. Он, конечно, закрыт. Блин, представляешь, он... Не пускает? Ну-ка, сундук открой, там сундук. Сейчас. Может, карманная кража? Может, там ключ какой-нибудь? Не, ну мы сейчас... Иду открывать. А у тебя карманной кражи нет функции? Нет, у тебя же ловкости нет. Может быть, в сундуке ключ? Да не, а без приказа-то. Нету там ничего, ни ключей, ни приказов. Greetings to you. I am Mowgli. Хорошо, тогда я сейчас угрозой. Нет, сначала флиртом. А опять к этому диалогу закольцовывается. Угрозу сейчас попробуем. Я не хочу неприятностей. Так, подожди, опять. Все, короче, не, к сожалению, здесь что-то не так. Никак, никакие диалоги не дают нам разрешения зайти. Тогда сейчас, минутку. Может, тут есть какая-то секретная, не подсвечивающаяся хуйня? Я думаю, другое, Санек. Нам надо как-то вскрывать эту загадку. В принципе, можно методом проб, но придется просто с перезагрузками, так быстрее будет. Вот, решить головоломку. Загадка, ну тут мы деревню-то не, еще не... Ну да-да, еще в деревню смотрим. Сейчас еще к стражнику. Не осмотрели, потому что тут таверн всякие куча. Нет, тут ничего нет, торговцев говорят нет. Тут есть странный человек. Сейчас иду. И он исчез. Он что-то кастанул и исчез. Саш, все, меня пускают почему-то. А теперь странный человек стал... Бегу. Он колдует хуйню. Бегу. Я его бью. Как, он напал? А где ты? Тебя нет. Я убил странного человека. А ты где? Блин, Сань, ну... Я, блядь, в каком-то домике, в какой-то таверне. Ты просто... А, все, я понял. Ты зашел в дом, наверное, местного жителя зачем-то убил. А, таверна. И тут был странный... Блять, это квестовый персонаж какой-то. Да никакой не квестовый персонаж, у него какая-то книга. Да, дневник Чарвудского сектанта. Ого. Блин, ну за сколько опыта дали? Много я просрал? Получено 20 опыта. Ах. Да это такой же странный, как вот который нам вначале встретился. И исчез. Короче, дневник культиста. Я не буду читать книжку, но обновился квест.
Деревня Вечной Ночи. Странная деревня черт, запрятана в дебрях леса. Джаред Консенсин. Все, ладно. Так. Короче, очень странная деревушка, явно проклятая. Я взял дневник этот, может быть теперь, может быть, мэр что-то. Или давай еще домики исследуем, да? Да, конечно. Здесь просто стандартный дом. Ну, здесь ничего. А кто-то есть? Не, он есть. Просто обычный бот. Стандартный. Да все вроде никуда особо больше. Да нет, с ним можно поговорить, тут интуиция, вы боитесь лордов Джариков. Короче, с ними можно говорить, с этими чуваками. До свидания, защитяла. Так что ты можешь вернуться и с этими... Не-не-не, да не нужен этот прохиндей, говорю тебе, сын. Все, книжка ничего. Но не... у него есть диалоги с убеждением. Да? Ну да, я о чем тебе говорю. Ладно, иду. Просто... Ну ладно. Greetings. А, да, я понимаю. Я, короче, у той же тетки то же самое было. То есть я уже взял это, получается. Короче, просто идем бомбить этих вампиров или кто там. Мутных, короче. Скелетронов. Неизвестно, что ждет тут. Может быть, ребафнемся или не надо? Да, надо отсыпаться. Отсыпаться? Все, я сейчас пока запись отключаю, надо еще попить, наверное. Короче, включу запись после того, как отсыпемся и отбафнемся. Отсыпем. У меня, кажется, еще записка здесь есть. И тут у меня зацепка есть насчет этого столба, короче. Здесь, короче, текст. Это опять вот этот. А, нет. Давай вернемся. Тут, короче, идет текст мелкими буквами, и крупными выделено нетер будет править. Это как раз такие можно там строчки выбирать. Дай-ка сейчас. Мы эту записку здесь же собрали, короче. Где только я не помню. Подожди, не здесь же, Сай. Да выйти сначала с локации, да. Да? Нет, подожди, ну, стоп. Разве не в этой... Да в этой локации стол. Да в какой в этой локации надо да выйти сначала? Да куда ж ты бежишь-то? Выйти к столбу, о чем ты? А, здесь есть столб, да? И вот он, столб. Занимая позиции. Сейчас еще раз смотрю. Однажды нетр, вот нетр. Потом мелкий шаг. Я сейчас рядом с тобой встану, что тебя пускаю. Я на всякий случай эфирный сделал. А я могу на тебя эфирность наложить. А, нет. Да, вот есть нетр, будет править. Так, а, нет, вот. Гиперпортал. Че, заныриваем? Конечно, сразу прям, мы же уже готовы. И... И где? Ишь ты. Мы на другой... Нет, нас вы... Все нормально. Дверь. А, это островок. Это же карта, только островок. И причем скрытый. Его никак... Да-да-да, его мы не видели. Проклятый склеп, Саня, обожаю склепа. О, тут быстрее врубай свою... Ой, да ебака. Врубай свою штуку, Сань. Готов, да? Попускай нежить. Да, 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 да. Я пытаюсь. Просто один раз. Блять, я... ну почему он стоит? Блять, я же нажал. Он все это время стоял с нажатой хуйней. Ну ты представляешь? Это уже, блять, ну это не смешно, нахуй. Я не понимаю, а что это такое? С чем это связано? Божечки ты мой, да просто... Он просто не бьет, блять. У них мечи, кстати, плюс один. Блять, Мишанин, я же сказал ко мне.
Ретард без мозга. Да уж. Меч плюс один. Ну не буду брать тяжесть. Я не понимаю, с чем связано вот это вот, вот этот затуп, блять, во время каста. Чё это такое? Это уже, ну, это как с тем вот магом, который нас попускал, блять, какой-то некромант. Может быть, это заклинание долго собирается? И история повторяется просто. Ну, не знаю, это бред какой-то. Ну что, тут есть какие-то проходочные? Конечно. Блин, надо мешайку вызывать опять, ё-моё. Тут ловушка, кстати, впереди. Может... Она наступишь на неё сейчас. Да я вижу её. Может быть, и не надо? Без мешани пока, ну туда отоспаться нельзя. Вот это... Давай я, наверное, открою... Ты проход. Её как спровоцировал, а меня пока... Саш, я открою клетку, а ты их этим. Да я их сейчас не надо даже открывать. Она через клетку может не пробить. Всё, она пробьёт. Хорошо. Открываем клетку. Она закрыта. Он убегает, я его гноблю. Угу. Слушай, ну они очень жирные, кстати. Между прочим. Я в соседней клетке, молодец. Красава. Я иду их попускать, супер закон. Насрать. Они, кстати, колдуняши. Сейчас, все-таки этим. Отойди лучше, а то тебя сейчас забили. А, ты их можешь сквозь сетку, да? У меня почему-то не открывается эта хуйка. Потому что ее надо тоже рычагом каким-то прибьем. Ну, открой ее рычагом. Подожди, Сань, у нас проблемы сейчас могут быть серьезные. Иди сюда. Здесь сейчас. Портал, кстати. Это еще все понятно. Вот он. Итак, смотри. Кто появился? Мумия Лорд. У нас огромнейшая испытывающим. Ну, короче, в эфир как-то съебывайся, отходим. Просто нам нужно как-то, да, съебаться, перегруппироваться. Ну, бафы-то у меня есть. Отбегаю. А, он на нас трет. Нет, стоит. Это маленький просто бежит. А куда ты? Я на выход сейчас попущу маленького скелетрона. Да можно. А, все, он ваншотно убился. Ща просто оббафлюсь, обмажемся. Да и попустим его на ящик. Короче, он подрубает себе зверские бафы разные. И сайленс, наверное, на него нельзя. Нам надо, знаешь, как-то важно сразу прям напасть. То есть мне кажется, мы его так попустим моментально, не давая ему... Нет, Саш, ты ошибаешься. Таким противником мы еще не сталкиваемся. И ясность сознания надо будет бафнуть непосредственно, а короткое нужно. Ты даже не представляешь, что он может сделать. Он может попуститься. Если вот дать ему начать вот все вот это его колдовство, то все. Он будет попущен будет, моей божественной мощью. Так, а феечку-то звать не будешь, да? Нет. Она отвалится там. Это... Ну, хоть какой-то... Так, короче, я себе... Хорошо, я вызову. Просто я ее масуха не убью.
Божественное. Угу. Так, минуточку. Сейчас смотрю, что я еще могу заюзать. Так, и сразу убербаф. И врываюсь. Нет, убербаф, подожди, сначала... Да все, все, ну, убербаф. Под... Я врываюсь. Ну ладно. Так вот, сейчас, вот что я сделаю. Сейчас. И в инвентаре на скорость делю ускорение. Просто нужно еще успеть наложить ясность сознания, я тебе об этом говорю. Да-да-да, ты все успеешь. Подожди меня, Сай. Все в порядке, не надо... Не надо встать в трусишки. А, ну он что-то кастует какую-то хуитку. Я просто его ебу. Я даже не собираюсь ерундой заниматься. Он ничего толком не сделал. Да? Блять, напугал меня. Мы его просто выебли. Вообще, как клавку, как цыпу просто. Даже не почувствуя. Скелеты воина внутри, кстати, саркофага. Я их почему-то вижу. А, не за саркофагом. Пойдем пизды от него. Пока да. Бафы закончились, жаль. А то бы сейчас было просто элитно. Малютки. Так, очень классное кольцо дали. Очень классное. Ты просто охренеешь нас. Я понимаю, но тут очень много. Да-да, бьем. Так, сразу кольцо надеваем моментально. Что там за кольцо было? Выкидывать свое знание, теперь у тебя вообще просто имба. Сдает, короче, ячейки заклинаний клирика. Много. Из разных кругов, да. Вот я положил. Святости кольцо. Могущественнейший артефакт. Я еще подобрал какой-то плащ белый и еще кольцо. Оно не определено. Вот выкладываю колечко неопределенное, да. Неопределенный плащик. Сейчас, секундочку. Блин, ну слушай, груз гранат, раз, два, четыре. Интересно. А, ну он по ячейке заклинанию дает. Да, да, да. Но дело в том, что, а нужны ли они мне? У меня вот есть сопротивление кислоте, огню, холоду, электричеству 15. Да, другое, это у тебя в знании же дебильное. А, на второй, да, знание 5. Ну, его меняю, хорошо. Нихрен. На этом участке отдых запрещенный сундук. Так, ну хорошо, да, по ячейке каждого закла в день очень даже зашибись. Можно будет минус спать. Да. Это я просто продублирую тот те основные бафы, которые у меня есть. Это очень хорошо. Мне кажется, мы не все тут еще. Я знаю, куда идти, пошли. А вон портал там, это он. Я знаю, но портал он тебя сюда, на эту сторону, наверное, перенести просто. Тут такие почему-то подземелья не страшные, а уютные. Не знаю почему. Ничего больше нету. Получается. Пойдем в портал зайдем. Но он, скорее всего, просто телепортирует. А, саркофаг этот открыл, этот красный. Да, да. Следующий. Ну вот там был какой-то топор, и пока не определен еще. И вот это вот кольцо святости. Просто в проклятый лес возвращает. Ну а все, что мы это. Ну вот. А мы и не против, собственно. Так, теперь надо замок, да? Да. Замок. Наверняка это очень долго. Опять колобродить. Ну, где опять квест. Ну где-нибудь в замке, там, в ключевой точке остановимся. Да мы попустим всех просто, понимаешь, там, ну, даже не почувствуем. Что-то мне подсказывает.
А как так получилось, что там ворота открыли? Ты кого-то запугал все-таки? Ну, короче, вот как-то так получилось, не знаю. Интересно. Я вынужден отдохнуть ради феи просто. Да, я, собственно, тогда тоже. А мне не разрешают. Что это такое? Не, ну что это такое? А, то есть тебя запустили с каким-то пропуском, блядь. Ой, я выхожу, отдохну там. Я только снаружи могу отдохнуть, почему? С каким пропуском? Нет у них был пропуск. Ну, ты отдыхаешь, значит, у тебя там нет врагов. Теперь есть, вот теперь нет. Они патрулируют. Тебя как-то зацепило. Блин, а чё ж я отдыхаю, если я ячейки-то не выставил? Сейчас, секундочку. Давай. Только масохи не включай без меня, ладно? Ладно. Ну, я давай об этом не буду напоминать, хорошо? Вот, что ты сам в курсе. Да я и так слежу, да, стараюсь, да, когда да, ты рядом. Блин, мы чё-то слишком какие-то крутые. Мне это не нравится. Звуковой взрыв, интересно, продублировать? Я им не пользуюсь. Даже мумию лорда убили просто на изи. Не, ну... Мы, конечно, так подготовил, ты ворвался, сбил ему касс, наверное, где-то еще. Вопрос первый, что... Да я стоял еще обмазанный, я кастовал вот это против нежити два раза, она не сработала, я, ну ладно, я пошел, затыкал его просто. Он не, ну у него там не проходила половина, то есть, моих тыкательных штучек-дрючек, а какие-то проходили. Короче, я не знаю, как это объяснить. Он по задумке он должен юзать каменную кожу, укрытие от заклинания и получать иммунитет физическим и магическим тем самым. А потом начинает просто кошмар. Я не знаю, может быть, он все это сделал, пока мы подготавливались снаружи, они уже время даже, прошло. Я даже, понимаешь, приготовился пробитие заклинаний кидать уже. Но он даже ничего не сделал, ты его просто унизил, деклассировал, так сказать. А между прочим, это эпическая мумия, эпическое заклинание. Да, господи. У нас просто таких вот серьезных соперников уже было. То есть он был желтенький. Угу. Как ключ загадки замка Джаред. Джаред. Что взять-то? Лечение серьезных ран, наверное, все-таки. И письмо. Пока письмо-то читаю. Эта записка написана странным, но изящным почерком. Была найдена вместе с ключом в холле замка Джарок. Кажется, это какая-то загадка. На листе написано следующее. Три дороги правосудия. Внимательным быть должен судья, и прямой должна быть его дорога. Ибо одна его рука говорит в огне измены, горит. А другую терзает смертельный холод призраков мщения. Истинный путь правосудия определяет голова и сердце, ибо только разум позволит судьи узнать истину, и только сострадание поможет ему познать последствия. Значит, единственная зацепка... который можно из этого пока взять. Это, наверное, что сначала голова, потом сердце, потом разум, и только в конце сострадание. Голова, сердце, разум, сострадание. На всякий случай запомним последовательность вот эту вот. Да, Саня? Блин, а пятого круга кольцо не добавил. Ну ладно. Зато у меня теперь есть две божественные мощи. Ну, у тебя... Да, как... Я не запомнил последовательность, ты можешь опять в записки добавить. Я запомнил. Чё там сердце-разум? Чё ты сердце-разум? Голова, сердце, разум, сострадание и ещё чё-то. А может быть, всё. Голова, сердце, разум, сострадание? Ты где там, скоро? Я бахаюсь. Да, и не забудь про массовое. Блин, как же... Божественная мощь двойная теперь. Ух. Я могу даже на малюток теперь тратить. Периодически. Иду.
Бафчик общий. Ты открыл, да, сундучок? Да-да, там... Чё, откуда начнём? Лево, право? Слева. Ловушка. Треугольная. Фея сейчас раздефулит. Я не чай. Стоп, стоп, не иди, не иди. Там ебаки, кстати. Но они легкие. Там уж там осуха какой-нибудь. Давай, врываемся. Врываемся. Блядь. Погоди, сейчас, сейчас, секундочку. Я по дальним пока бью. Блядь, Мишаня, ёб твою мать, вот где там разота? Посмотри, куда он бегает. Не, ну ты видел, он только сейчас прибежал. Ебанат. Так, я сейчас регенерацию себе добавлю. Они тут призывают и призывают кого-то еще. Блин, Сань, Мишаня бьет меня. Отмени его. Мудак, блядь, безмозглый этот Мишаня, нахуй. Сначала проебался где-то. Ой-ой-ёшеньки, подожди, я отойду, я отойду. Отходи, отходи, отходи. Так. Супер заклинание на этого трачу, это, ну, по цели, которая. Сейчас я его разорву. На тебе. У меня теперь есть очень мощное заклинание. Оно на цель направо... А, не, вообще-то оно даже... Я не понимаю, почему у меня лечение проебано, потрачено. Каким образом? Непонятно. У них языки сладые есть, если что. Один возьму. Ну, Мишань, ты, конечно, мудак. Да, Мишань, мудак, редкостный. Но... Ёбаный, блядь. Ну, тяжело здесь в узкий проход. Просто. Сначала проебался, блядь, и бегать побежал в карту. А потом еще на тебя напал, блядь, мудила. Ну, ебла. Так, там еще впереди. Сань, ты где там? Помощь. Я бегу. Вот этого, который на меня... Да, бля, да, ни хрена себе, отхожу. Именно так, экстренное так. Мощное заклинание. Не. Еще одно тогда. Сейчас не обязательно, вот сейчас я там как бы уже. Стреляю. Мишаня, ёб твою мать, блядь, ну где этот уеба? Отлично, что это масса ебанулся, да, прям отлично. Еще вторая пошла. Божественную мощь кастую, блядь. Все, фаербол сейчас идет. Саня, он на меня пытается. Все что? А, слушай, это иллюзии, там один только был все это время. Он просто спамил иллюзии. Просто эти иллюзии как бы нас, ну... Ну они не иллюзорно. Да, попускали-то они реалистично. Абсолютно реалистично. Вот там какой-то горящий уебан. Или нет? Так, слушай, он очень трудный, пока нужно обмазаться. Сейчас, сейчас, сейчас. А хотя чё обмазываться? Я сейчас супербаф подрубаю и иду ебать. Если будет трудно, тебя у меня врубают. Есть еще мощный один закон. Блин, Сань, Мишань за мной бегает, Сань, и бьёт меня. В рот, блядь, сука, мудак, ко мне. Ёбище тупорыло. Бьём, бьём. Он просто уже доебал, блядь, с этой хуйней, не понимаю, в чем дело. Здесь ловушка, блин. Мне придется спать, чтобы Фикси взять. Пикси. А на рычаге?
Нет, на сундуке ловушка. На сундуке рычаг пока не нажимай. Ты не спи. Не мешай. А у меня пока бафы, я не спи. Да-да-да, не надо тебе. Просто он из-за массовых атак варится. Ты можешь на меня вот эту массовую? И на всех, ну, обновимую, ничего страшного. Но у меня убербафы как бы уже профукано, то есть я их заюзал. По новой можешь? У тебя же... Ой, короче, тогда я... Не, ну... Рестартану. Ну зачем, если у тебя не есть еще? Я же сказал, я уже потратил. Понял, понял. Записка. Значит, одно письмо, второе письмо. А, как пламя. А, это записка с Западной галереи. Как пламя свечи погружено во тьму, так и судья вечно окружен обманом. Но столь же неотвратимо, как оплывает и угасает забытая свеча, должно быть и правосудие для всех, кто находится здесь. Вспомните этот урок, когда придет время судить. Как пламя свечи погружено во тьму, так и судья вечно окружен обманом. Судья окружен обманом, запомнится. Голова, сердце, разум, сострадание, и судья вечно окружен обманом. И надо будет вспомнить об этом, когда будет суд. Скажи, я сохранюсь, когда ты... Ага, ага, мне все. Ты все, а я нет. Так и сохраняюсь. Врываемся. Блин. Сейчас я быстро с ним. Испытывающая мразь. Мишаня, блядь, ну прекрати. Прекрати. Короче, здесь его. Было совершено... Он опять застрял где-то. Здесь было совершено преступление, и последствия его были столь ужасны, что сам Латандер почувствовал себя не в силах совершить суд над этим обвиняемым. Нереальная теперь хуйня стала. Была испытывающая, теперь нереальная. Обвиняемые заключены в башне за северной дверью. Они известны как братья Джаред, Карла Лат в западной башне и Квинт в восточной. Вы должны выяснить у обоих, в чем состояло их преступление, и получить от них письменные клятвы. Когда клятвы будут в моих руках, я выслушаю ваш приговор. Все. Очень хорошо, я вернусь к тебе. Блин. Написано, что нереальное, типа. А, ну, нам открывать. К башне Карлата, к башне Джары, пока не идем туда. То есть нужно в определенной последовательности, да? Не-не-не, не в последовательности. Просто я... к ним ко всем надо. И у всех собрать их не признание. А тогда надо снизу начинать. Слушай, что-то феечка не хочет открывать этот замок. Пойдем снизу надо начинать. Мы направо надо, вниз, направо. А вот я тут, не, почему? По центру. Ну потому что там еще двери внизу остались. Нет, давай по моей тактике лучше. Это будет эффективнее. Сначала в эту дверь. Мы там вернемся через другое крыло вниз сейчас. Итак, она не раз все пошло. Надо в эту вот идти. Да, вот именно. Вот я и говорю. И через низ пройдем там, откроем там, а потом уже пойдем сюда. Трам-пам-пам, аптечка целителя плюс 10, может возьмешь? Ой, это то, что нужно. Это уже не бесполезно. А, ну да, подожди, эту дверь мы не можем. Тогда вот эту. И тоже закрытая. Блин. А вдруг внизу тоже закрытая? А там выходы уже. Нет, ну к башне, к башне. Короче, надо вниз идти. Нет, стоп, стоп, Сань, давай. Да как нет? Ну если эти двери закрыты, блядь, нам нужно вниз сначала облутать. Короче, это да. Но я хотел на скорость дать, пробежать и сохранился у тех дверей. Чтобы мы перед... Хотел, она сначала эту локу пройти, зачистить, открыть там вот в начале двери. Вот именно. Вот именно для этого я и говорю, как сделать лучше. Но ты не слушаешь, ты просто прешь. Да какая разница? Я побежал, вот ты меня только догнал. В чем проблема-то? Я не понимаю. Вот. В том, что нужно было
подождать. Нужно было ускорение. Не ждать. Мы все равно прибежали одинаково. Короче, они все закрыты, тут надо через... Все, и перезагружаемся, как я через и говорил. Через фею. Нет, они эти двери не открываются. Загружайся. А почему они открываются? Ну, потому что по квесту надо сначала туда идти. Наверх, походу. Они откроются позже. Да что он делает, блять? Он бежит назад, я не могу пройти туда. Я вручную, блять, его провел через двери. Уебан назад бежит. Просто кошмар. Ну это какой-то рассинхрон, наверное, сетевой. Ебать. Блин, они призвали этого демона. Блять, какой же мудак этот медведь, как же он криво приоритеты выбирает, блять. Надо гасить, ну, фокусить одного, чтобы сначала минус один, минус два. Он стоит, бьет, блять. Вот этот главный элемент. Я просто гашу. Так и надо. Сейчас мишень возможен. Идут еще. Ебаки. Вырываюсь. Ну, Миша, у тебя же атаковать, блядь, стоит. Ну что? Он все равно стоит. Он все равно стоит, блядь, и не атакует. Пиздец, он видит, нахуй, на радаре вот, ну, всю вот эту боебистику, которая тут происходит, и стоит. Так, сейчас я себе защиту от магика стану. Вот, ключ крыла Карлата. И жгучий жезл, горящие руки. Бля, ну интеллект у этих петов, конечно, это вообще кошмар. Сапфир нашел. Блин, закрыто, прикинь. Здесь кто-то говорит help. Но это не к нам. Открываем дверь дальше. Она закрыта. Блин. Стой, тогда ебак гасим в центральном коридоре. Да. Блин, за Мишей не могу. Может его нахрен пока убрать? Я не... Он супер тупит, блядь. Он опять не идет. Тупорылый ебан опять меня оставил одного. Ты посмотри, меня облепили, его все еще нет. Его нет. Его нет и нет, блядь. Позови. Я, блядь, по-всякому. И защищай меня. И атакуй, блядь. Вот, прибежал. Спасибо, блядь, братик. Я уж четверых попустил. Пока ты там, блядь, проебывал. Слышь, просто... Так, они застревают, я смотрю, да? Паутинки. Что очень хорошо. Саш, мельчание с меня сними. Так, еще лишкануть надо? Давай лишкануть. Нет. Ай, ну... А, блин, по этим бессмысленно огнем, да? Ну, типа того. Он опять как призывает. Ё-моё, вон они прут. Сашка, я бросаю паутину. Давай, быстрее. И убегаю оттуда нахрен. Но у меня все равно бить-то нечем. Хотя, кое-что есть в припасе. Ну-ка, на
Блин, и они на ноль, на ноль. Не могу, короче, вот этого. У меня льда пока нету, только этими ракетками. Ща, я отхитался. А, хорошо. Давай, да, все, нападай. Еще. Еще пруд. Так, пока не лезем больше дальше, да? Нет. Ну, они сами пытаются выбежать. Да, паутину. Блять, запутался. Наверное, все-таки дам паутину, потому что иначе меня могут. Да. А, если главнюка попустить, то иллюзии тоже еще, да? Да-да-да. Подожди, не идем пока. Сохранюсь. Давай, заходим. Слушай, ну тут ожерелье всякие с них дропаются. Возможно, это ловушка в центре. Канделя. Так, ну это здесь явно ритуал. Ладно, давай просто пока зачистим все, что тут. Ритуалы все на следующий раз, короче. Саня, они опять лезут. Ну иди сюда, поближе. Гасят, мразишь. Ебаки. Блин, этих я вообще не могу. Ну я гашу. У меня все заклинания кончились, которые хоть как-то могли. Пощекотать? Ну, нормально ты щекотаешь. Нет. Да не, я их огонь не берет вообще. О, все. Какой-то заколдованный канделябр. Светящийся. Еще комод какой-то, сундук, ловушки. Этих я, короче, огненных могу только ледяной магией. Так, у меня закончились бафы. Спи. И у меня закончились защитки на магию. Так что перезагружать мои навыки эти заклинанские. Девочка постоянно просит там помочь, что-то оставить ее в покое, успокоиться. На заднем плане слышишь, что я не знаю. Да я ж давно заметил. Ну, да. Я тоже. Наконец-то сундучок какой-то. Где-то какой-то враг, да? А, во, мои попытки призвать демона Белиала, повелителя огня, продолжаются. Это трудная работа, и моя мантия в результате стала похожа на полусгоревшую тряпку из масла пирта. Я должен продолжать, ибо только Белиалу, ля-ля-ля, повелитель огня, значит, помимо обычной защиты от зла, для того, чтобы вызвать его, нужен огонь. Я уверен в том, что нужным реагентом будет брюшко огненного жука. Но вот какое читать заклинание, вопрос. Я произнес над этой жаровой все заклинания высокого уровня, никакого эффекта. Я испробовал даже заклинание среднего уровня, но тоже впустую. Осталось только одно огненное заклинание, но ведь это не может быть оно. Я не читал его с тех пор, как хулиганы
Все равно надо попробовать. Самое первое огненное заклинание. Так, стоп, смотрю. Горящие руки, наверное. Или... Сань, самое легкое огненное заклинание, которое приходит на ум, это горящие руки. Ну-ка, у меня есть такие, я их еще не снял. Как раз. Пойдем вызовем Белиала. Но мы же не зачислили локу. Зачем? Убьем сразу, пока чтобы не возвращаться. Так, секундочку. Надо так засейвиться, обмазаться. Так мы же... Ну, да... Ну, у меня просто есть убер, там всякие... Ну, подожди, божественная вдруг... мощь. Ну, давай, давай. Ну, ты сохранись сначала, и мы по ситуации разберемся. А, окей. Тогда перезагрузимся, если не надо будет баф. Потому что это легче, чем ждать. Все, кладу брёшка ЖК. Брёшка-матрёшка. А у меня нету. Кончились. У тебя есть? Как называется? Брюшко огненного жука. Блин, Сань, скажи, что есть. Брюшко огненного жука. В жаровню клади. Не, в жаровню. А потом отойди, чтобы как бы засчиталось. И Мишаню отзови. А то... Я ничего не вижу в жаровне. Брюшко огненного жука туда. Только одно лишь, всё, да? Все, больше ничего. Положил, отошел, да? Хуитки повылазили. И гигантская мразь. Так. Он нереально. Так, секундочку. Да, ставим паузу. Он на меня хочет. Складу, я уверба. Кладу паутину сначала. Слушай, а мне надо было убербаф сделать сначала. Вынужден сейчас бафаться тоже. Короче, бафаемся, потом снимаем с него баф и мочим. Все, давай. Я надеюсь, я не сдохну. Успею. Я могу от одной тычки сейчас отвалиться. Да я в курсе, успеем ли мы. Не знаю. Давай, давай, давай. Я не ожидал такого. Да я, блядь, так и думал. Отпускай. Что... Ага. Ебака гасит. Я успел укрыть от заклинания. Я понял, понял, понял. Я гашу просто ебана. Но не попадаешь. Отвлеки, отвлеки. Так, теперь я жру зелье. Он призвался, куба. И у него нет ранения. Он... Да-да, сейчас. А, чем бы бить-то? Саша, короче, подожди паузу. Надо столбы убивать, кажись. Да, мочим столбы, давай. И в нужном порядке, по всей видимости. Не, не. Просто бьем. Нет, ни хрена. Значит, нужно в определенном порядке их бить. Нет, они вообще не взаимодействуют никак. Осторожно, щупальца черный. Дай попробуй, может быть, пробивает его. Нет. Я их бью. Ничего не получается. Ранен, нет? Нет. Ему вообще насрать. Блин, что ж делать? У него нет ранения, мы что-то не дадим. Короче, что это вот эти вот загадки с этими канделябрами, с этими книгами, тут что-то нужно делать. Это очевидно. Ё-моё! Оружие... Суккубов можешь всех попустить, я не знаю. Или быть в центре. Он вообще ничего не происходит. Ранение, смотри, мы его все-таки тыкали. А, у меня бафы закончились. Я с него магию снял. Саш... А, ты, ну, блядь, надо было раньше это делать. Бля, ну ёбаный в рот, ну, кастуй нахуй, куитку всякую. Я пробую, короче, себя хоть как-то обмазать. Ему вообще насрать на все мои... Я пробую, у него легкое ранение. Только ты сможешь победить. 4-15, все, я начал чуть-чуть коцать. Короче, надо было с него защиту, там, магии снимать, вот эти дела. Бля, малютка, ну просто гаси, пожалуйста. Блин, огненная магия не действует. А нет, чуть-чуть действует, там, стреляет. Блин, он с меня снял за бафы.
Ну, не, да, вообще все бафы практически снял. Прикинь. Угу. Ну и у меня тоже все бафы сняты, а остался один. Бля, он меня гасит жестко. Нам не справиться. Ну без бафов, да. Надо отбегать и лечиться, наверное. Можно в эту комнату уйти. Давай, он сюда попробуем. Не пройдет, наверное. Или он затпшится сюда. Не, пошли. Обосрется сейчас. И нам надо... Подожди, откуда? Наверх, наверх, направо. В смысле, да. Спокойно, сейчас замочу. Ну это, конечно... Да, я еще говорил, что мы всех попускаем. Как лавок нас просто погнали. Да непонятно, что происходит. Очень все сделано так, что разобраться нельзя. Скорее всего, надо как-то ослаблять, да? Да, конечно. Да. И он как-то ослаб. То есть потом-то дамаг начал проходить. Сначала он прыгал, как, блядь, как зайчик. Просто перепрыгивал все мои атаки. Начинаю обмазываться. У меня звука почему-то нет. Как звук? А, вот сейчас появились звуки каста. Пока массово не клади. Так, вот смотри, я тебе сейчас скину один закол, ты можешь его заюзать, посмотри. Да я не думаю, что на эту мразоту вообще имеет смысл что-то там накладывать, и на него надо ковырять. Не-не, это каменная кожа, чтобы он тебя не пробивал. Каменная кожа, я не могу, она красная. Ах ты, блин. Но да. Я могу баночки... Не-не, верни ее, тогда я ее, может, на тебя смогу. Но не гарантирую. Ты, скорее всего, сможешь, да. Да, ну... Так, ну что, а это вот дефолтные бафики, надо будет еще чудовищную регенерацию перед ним и божественную мощь вырубать. И все, я пошел. Да, только массовый баф еще. Подожди каменную кожу пока. Сань. Ну стой ты, блин. Ну мы подойдем и там кастанешь. Где это, блядь, место ты уже запутался? Вот здесь, по-моему. Нет, нет. Ну можно здесь, блядь. Ну что, обмазываемся по полной да, и вырываемся? Да, да, да. Все, я каменный. Я на тебя еще тут скорость еще накладываю. Некоторые, блядь, как переключатель работают. Забегай на скорость, все. Да-да-да-да-да. Я могу бить только штормом. Понимаешь? Скорость, даже скорость каста увеличивает. Это я красиво. Просто ебу уебана. Я тогда тоже скорость. Ну, видишь, все, у него тяжелое ранение. То есть мы каким-то образом с него сняли в тот раз всякую хуету. Магическую. Просто посмотри, насколько он обмазан. Сопротивлением и прочим дерьмом. Uh-huh. Ну и все, просто лавка, я не знаю. Да опять же, можно было бы затыкать, если бы мы не светились, да, вот с канделябрами, блядь. Я тут бегал, пробовал в какой-то последовательности их попиздить. Ну, типа там это, атака. Слушай, вообще-то они как бы работают. Ну да, но только вот я бегал по разным, и мне писал, атака неэффективна. Я вот искал, может быть, с какой-то надо было типа начать, в какой-то последовательности. Да нет, вообще нет? Бред какой-то. Ну может... вот и я тоже. Так, это теперь... просто чисто отвлекающая хуйня, мне кажется. И что теперь? Блин, мы убили демона, а наград-то нет никакой.
Бред, бредский. Может быть, мы неправильно... Нет, подожди. Вот эти хуитки-то перестали работать, канделябры? Видишь, оружие неэффективно. А, я понял. По им надо ударить, и они, наверное, перестают слушать. Да нет. Давай забьем на них все. Мы его... Я что-то не понял, почему он был так сильный. Опыт-то нам дали, я тоже ничего не понял. Нет, не дали. Нам опыт не дали? Нет, даже? Да. Значит, мы что-то накосипорили, неправильно сделали. Возможно. Мы просто убили милую ебаку. Давай еще жукалиса сделаем. Да ты что, не надо. Да давай еще призовем. Да зачем? Да я не знаю просто, а что еще остается. Ну не может быть. Нет, чтобы... стоп. Рассказ Белиала. А, точно. Да, сейчас, стой, стой. Большая книга была найдена. Сейчас на паузу поставлю. Была найдена в башне Карлата. Блин, орёт этот огонь. Сейчас отойдем. Подальше. Надо открывать двери, дальше защищать, пока мы под бафами. Врываешь. Бля, Мишаня опять в обход побежал, мудила ебаная, блядь. В обход этого замка. Все ж, бочки не собираем, все эти мелкие. Херачи, дальше, камера. Дальше, ебать. Ловушка. Я просто пролом. Да, да, они тебя не должны вообще коцать сейчас. Мочи. Там сзади напали. Иллюзия, да, наверное? Блин, еще уровень не надо. Я возьму усиленное заклинание и буду сильнее. Fight, Сань, здесь куча этих. Здесь тоже этих ебак много. Понял, понял. Зажали сами. Бля, возможно, меня убьют. И меня тоже. Мы в опасной ситуации. На паузу давай. Я не знаю, что. Ой, Лешенька, у меня. Все, критическая ситуация. А почему я так. Я до сих пор не полечился, блядь! Я хуй знает, когда этот закол. Я стреляю в Мишаня огненным шаром. Давай, давай, ебашь. Это единственный шанс. Бля, меня все-таки пустило. И тебя сейчас тоже. Да, меня тоже. Я уже ты не выйдешь отсюда. Абсолютно. Абсолютно. Вообще жесть. А, что предпринять такого, а? Ничего, все. Да и предпринять надо просто не делать так, чтобы нас с двух пачек зажимали с двух сторон. Ты как-то возродился и умер тоже. Я загружаюсь. Ну, естественно. Ну, потому что ты бежишь вперед. Хотя враги сзади, я там дерусь. Не было врагов сзади. Ты открыл дверь и пошел в другую сторону. А потом привел пачку в спину. Так, подожди, а мы... Это сохранение до битвы с уебаном. Да? Да, конечно. Заебище. Классика, нахуй. И я без убербафа еще даже сохранил. Заебись, убербаф. Ебашь.
так, бля. Ну. Может, надо, блядь, бегать, чтобы он как-то сейчас. Давай поэкспериментируем. Давай. Канделябром. Миша, блядь, ко мне, мраз. Порылаем. Он бьет Мишу. Сань, сейчас медведь задай. Да я пытаюсь его лечить, этого уёбка. Блять, толпоёб тупорылый. Ну все, я убиваю тогда. Убиваем. Опять. Медведь, он просто не подходит ко мне, понимаешь, я ему. Иди ко мне, иди ко мне. Он стоит и попускается, блядь, гнида ебаная. Да как так-то, я не понял, блядь. Я же нажал, нахуй, вот тут ебаное лечение. Все, загружаем. В смысле, блядь, я уже не понимаю эту тупорылую игру, блядь. Да что это такое, нахуй? Что это за каст, блядь, в бою, который 10 секунд не работает? Значит, его нельзя в бою использовать. Просто подожди, я скорость на тебя положу и... Какие-то можно, какие-то нельзя. Тупой медведь, ублюдок, блядь, стоит за колонной, не двигается, упускается, блядь. Подожди, а нет каменной кожи? Странно. А, ты на... Она уже на мне. Тогда ускорение. Короче, никаких, блядь, канделябров и ебаных делябров. Я просто обмазываюсь по ебине заранее. Тупой уебок медведь, блядь. Иди, сука, в атаку. Блядь, я побежал в другую сторону. Что это такое? Раз на раз, говно, блядь. Ты прям скоростной, да, стал? Как тебе божественная мощь, сука, блядь? Он сразу с раненого в тяжело раненого, блядь, превратился. Попущен, блядь. Слушай, штука. У тебя скорость атаки что-то увеличивается? Да все увеличивается, скорость каста, короче. Я предлагаю, пока еще я под бафами, еще одного жука. Давай, поди, жука. Только мне надо залечиться, но я успею. Только зачем это все? Ну, мне интересно. Ну, давай. Сохраняемся сначала только. Чтоб мы не били, если что еще там. Блять, под паузой нельзя открыть сумку, но она глючит. Это пиздец, блять, это проблема сетевого кода. Сохраняемся. Там... Клади жука, Саня. Блять, это пиздец. Мне трудно описать даже то, что сейчас происходило у меня с инвентарем. Ну и что она сделает? Все, я положил. Ебаш. А, у меня бафы-то крутые закончились. А больше ничего не происходит. Я думаю, надо просто идти дальше. Мы вызвали, убили этого демона и все. Какая же кривая хуета, блять. Это просто безумие, блять. Как так получилось? Просто мы начали бить этого демона уже, когда ничего не оставалось. Из заклинаний толпух. Саш, тут собачки перед ним. Миша, в бой, паскуда, блядь. Вот просто посмотри, как он дерется, как этот уебок дерется. Он просто стоит на дверном косяке, блядь. Да все уже, собака, труп, Миша. Врывайся, сынок. Ты меня лечишь, а я зелье, блин. Так, мы здесь сдохли в прошлый раз. Да и мы не здесь, там дальше гораздо. Тогда не забегаем дальше. Еще раз сдохли, потому что, блядь, зажали две пачки. И без всяких бафов было. Они же не без, ну, не бесконечны. Вот,
сейчас сохранимся. Ну подожди, куда опять-то? Ну сохраняйся. Ай. Просто не хочу сохраняться, когда все в движении, чтобы ничего не включало. Так, ну вроде здесь все. Сундук есть, только облутать. Книга огня, кстати. Это для Эльтура. Я не знаю, что подбирать по квесту. О, 110 дропа. Нифига. Нормально. Это же нормально, 110 золота дроп? Ну, конечно. Нам за квесту меньше дают. Железное дерево. Я не знаю, что это такое. И тут куча продажные клинки. Короче, вот этот подбери останки. Железное дерево — это, ну, ингредиент. У меня уже просто такой есть. Может, ты возьмешь? Он, это нужно. Это какая-то большая хуйня. Много весит? 1.05. А, ты выиграл. Там ловушка впереди треугольная. А ты подобрал уже? Дерево не подобрал. У меня одно есть, второе не буду брать. Но нам, возможно, понадобится. Так, сохраняюсь. Тут вон они впереди. Ну все, сейчас паутины их. Здесь сейчас все будет вообще чинно. Один, правда, бежит, согрелся. Слушай, ото льда вообще не отваливаются вот эти черпяки. Жалко, нет ледяных ладоней. Заменить эти огненные руки именно. Да Мишаня, ёб твою мать, ты где ж ты проёбываешься? Сань, минутку, он просто застрял в паутинке. Ничего страшного. Он убегать, он опять побежал убегать, сука, блядь. Ну посмотри, о, божечки ты мой, ну что за уёбок? Я опять убегаю, короче, лечусь, потому что, ну, это пиздец какой-то. Происходит просто пиздец. Сань, можешь эфрит вот этого звучит? Блин, он... Вот тот дальний главный, вот тот вдалеке. Я пытаюсь. Ага, я тоже. Все, Миши нет, и слава богу, хуй ты. Да что такое? Ну почему они не убиваются-то? Не понимаю, он тяжелое ранение. Это какой-то, блядь, убер-уебок, блядь. Огромная элементаль огня. Он меня просто попускает, блять, и я не успеваю отхилиться. Беги. Ну я сейчас, меня сейчас убьют. Ему это, блин, он может ходить по паутине. Ну ладно, я лечусь. Мне нечем бить, Санек, к сожалению. Нет магии. Я пытаюсь. Это только щекоталкой. Он просто выглядит так же, как и все остальные, блять. А он, видишь, убер трудный какой-то. Надо спать. Я даже не оставил ничего здесь из дропа. Пиздюк вонючий. Подожди, давай сюда зайдем. Пока не спи. Я сохранился. Ну это сейчас опять разозлится, нас будет пиздить, а мне не баф, ничего. Да не, он не будет бить. Это нереальный какой-то черт, ну надо перезагружаться мне. Подожди, а он что, злой у тебя? Ну он написано, что это нереальный какой-то уебок, не, блядь. Не, иди сюда спать. Обмазанный всякой хуетой, я и пошел спать. Так рядом с ним прям можно. Ну это... у меня показалось, что поблизости враги. Блин, они как-нибудь крупнее, что ли, делали, уебак. Ладно, сейчас, Сань, вот эту вот комнату завершим, ну, вот этот участочек. Ну, я имею в виду
и все здесь. Потому что ты уже не можешь. Опять звука нет. Почему нету звука, блядь, кастов? Из-за чего? У меня какое-то время тоже не было. Количество, видимо, фоновых звуков превышает допустимое. Опять бой какой-то? Нет. Короче, я разговариваю. Get in line. Follow me. Ладно, я надеюсь, что в дневнике будет потом разгадка, чтобы все это не учитывать. А, вот филактерия. Ну, у него иммунитет ко всякому, к яду, короче, к холоду. Так что это уёбка магии. Его только дебафами всякими обмазать. Короче, филактерию нужно... Кто это вообще такой? Все, письменное показание, главное, взял. Ну, тут какое-то проклятие лежит на этом замке. Тут произошло какое-то непонятное. И теперь... Надо открыть сундук вот этот. Уже все. И теперь, пока смертный не будет в роли судьи, а смертный это мы, ебать, то проклятие не снимется, и они так и страдают. Закрыто, здесь ловушки впереди. Остальные мы вроде бы все облутали, кроме вот тех дальних. Вот есть дальняя, вот одна дверка. Вот здесь. Вот эту фея сейчас скроет на этот раз. You just follow me. Now just wait, right? There's more. А, жуки, ну конечно. Это для тех, кто не носил с самого начала игры. Хуйню всякую. Это не по олдскулу, бля. Да, это как нечестно. Никаких жуков. Да, не носил из Neverwinter, в который невозможно вернуться, блядь. Все, попущен, блядь. Извините, начинай заново. Да. Да не, у торговцев там типа может. Не, ну тут вот еще брюшко возьму. Не, вообще не будет пора. Че у меня еще сказка, да? Ягоды выложу. У меня еще одно просто осталось до запаса. Я бы вторую ебаку вызвал. Пиздец, ну с этими подсвечниками. Надо дверь открыть уже тут. Кровь дракона, можешь взять еще одну. Все, штука нет. Возьму. Блин, не носил жуков с самого начала. Вот эту дверь надо открыть и пришмыгнуть, вон там еще комната есть. А нельзя. Не, вообще не открываемая? Нет, не открываемая. Не, можно взорвать попробовать только. Будем взрывать? Давай попробуй, вышиби. Вот, взови мешай. Я пытаюсь, это просто, ну, ебан, редкостно. Да, ломается. Сейчас еще один прокаст. Божечки-то мой, блядь! Бля, он просто
Ты смотри, что творится. Это просто конченый алгоритм, нахуй. Он смещается куда угодно, только не туда, куда нужно. Просто забей на него. Перепризывать потом. Наверное, вот с этим канделябром что-то надо не, было не, сделать. Не-не-не, там написан был рецепт вызова демонов всего-навсего. Блять, у меня тут дверь закрыта, короче, и я застрял. Я не иду, блять, сука, не иду. Потому что мне надо было не туда идти. Кто же знал, что тут, блять, закрыто? Так, спасайте меня. Бенни-хилл начался, ёпта. Я пытаюсь... Куда ты бежишь, Сай? Лечить тебе. Да просто бей, зачем лечить? А если они не переагрятся на меня? Тогда я буду дальше убегать. Блин, мне нужно... Ах, мне нужен тот навык, чёрт, а. Ничего не нужно. Блин, Сань, ты просто не понимаешь, у вот меня... Вот какая-то хуйня, жезл защиты Карлата. Забей. Дай посмотрю. Это маленький... Не дам, я спылесосил. Ага. Из-за этой ошибки я теперь мучаюсь очень жестко. Как же нам пройти этот замок? Ну когда уже? Ну давай! Глаз Ракшаса. Новый ингредиент. Что еще нам нужно сделать? Я уже всех попустил, блять. Уже все. Я разъебу дверь. Я пойду дальше. Разъебал дверь. Все, Саня, на этом закончим. Так, я дневник Карлата Джарега. Джарега. Неси хорошо. Сюда. Ты знаешь, он нужен? Он нужен? Он нужен? Нужен, нужен. Вот, иди сюда, вот здесь вот комод. Нет, стой. Иди сам сюда, вместе с дневником. Потому что сюда надо идти, где я. Прием. Здесь уже все мы сделали. Что мы сделали? Дебош, блядь, разъебали всех. Загадку не решили, всем дали пизды, причем скелета оставили в живых. С чего вдруг? Отдать тебе этот дневник? Да-да-да. Так, все, Санек, сохраняемся. Ну, надо дожать уже этот квест, добить, сдать. Тогда мне надо за чаем сходить. Божечки, давай просто сдадим эту книгу, блядь, или что мы тут должны сделать? Нет, здесь, минутку, здесь надо, еще будет таких много оцеплений. И в каждом нужно раздобыть... То есть... Это вот каждая это вот только... эта вот дверь, это направление к ебакам, чтобы сдать потом вот этой вот мрази что-то. Нет, там, потом да? Суд будет. Надо еще будет решать головоломку сложнейшую на суде. Блять, может быть, попустить этого судью и все решится, нет? Нет. Пиздец. А тебе-то что, ты просто ходишь и всех мочишь, ты как и хотел. В чем у тебя проблема заключается? Я вообще-то хотел, чтобы ты мочил, а я стоял в сторонке бафа. Ну ладно. Это не совсем то, чего я хотел. То, чего я хотел, тут невозможно. Не реализуем. Я хотел ничего не делать, понимаешь? Ничего. Все, сохраняемся, Саня. Да, да. Иди сюда. Тут нельзя выспаться, к сожалению. Отдохнуть. Здесь нельзя отдохнуть, я на выход. Это какой-то новый замок. Ну блин. Да, я же тебе говорю, таких несколько ответвлений. Пиздец, так нужно отдохнуть же.
Я не могу. Здесь и всего там, лишь люди. Здесь всего лишь люди, пойдем. Ждут от тебя. Мы здесь не отдохнем, наверное. Саша. Я не могу здесь отдохнуть нигде, не почему? Ладно, раз мы. Блять, здесь... ну они на меня пытаются попустить, нахуй. Стой, зачем ты зашел? Да. В смысле, зачем я зашел, блять? Ты же зашел сюда. А я уже давно вышел, потому что ты туда не с ним пошел. Тебя здесь нет, куда ты вышел? Вот он. Ну, я. Ты же говоришь, лечиться. Не знаю, как мы развернулись. Я же объясняю, не могу лечиться ни там, ни здесь. Да, я сказал. Да, да. Я что, я не могу нигде, блядь, здесь присесть. Ну, я знаю. Поэтому. Я хотел пойти бить. Ну. Давай просто зайдем и уничтожим. Стой, ты сейчас хитростью. Заходишь, да? Ты меня не слушаешь, я же объяснил, у меня заканчивается ебаный баф. Сейчас вот то, что осталось, я пажусь. Блин, это какие-то сверхсложные. Это уебки, блять. Это сверхтрудные, Саня. Миша, не стой за углом, пидор, блядь, кусок, нахуй, да проходи. От, не, от, отходи, он не может пройти из-за паутины, как же ты не понимаешь? Ублюдочек, блядь, я за это могу. Блин, их не берет. Баф, да все их берет, баф, только заканчивается у меня, блядь, и меня начинает попускать. Давай, блядь. Попускаем. Почему у них иммунитет от огня тоже? Что ты словил, да? Ну естественно, потому что у меня все защиты спали. Блин, баланс боя, мне так не хватает этого навыка, просто пиздец какой. Попускай, ёбаный. Может их я ледяным штормом? Миша, блядь, ну что с тобой? Миша, ну ёб твою мать, ну помоги мне, блядь, уже. Ну просто я не... Он тоже в страхе, блядь, каком. Обосрался, ну. Беспомощная скотинка. У меня нет бафов вообще. Блядь, ну то... Смотри, вот эту комнату надо, и тогда, возможно, будет место, где отдохнуть. Ну, защищай ее. Сейчас будет пачка у ебанов, блядь. Я убегаю просто. Саш, я вампиров не могу. Я тебя поздравляю. Но ты можешь. У меня закончились бафы. Попробуй. Ты можешь меня хоть немножечко, блядь, я... услышать? Я в курсе, бро. Да. Ну и что, видишь, все же нормально. Это пока по мне кто-нибудь не попадет. Ну ты на медведя переключай их. Каким образом, если я, блядь, не управляю этим уебаном? Если просто сагри и забеги за медведя. Как я могу сагрить? Может, научишь, блядь, как я могу управлять этим уебаном? Вот, отбегаешь, а он остается бить медведя. Всё. Мумия, здравствуй, О, боже мой. Короче, когда атакуют, я так понимаю, происходят всякие увороты, и в этот момент, охуительный, я не могу ничего сделать, не могу бить. Вполне возможно. И это, я так понимаю, может затянуться на бесконечно долгий, блядь, период времени. Я просто только сейчас вот наблюдал, что происходит, ну, у меня в очереди заклинание какое-то. И он начинает уворачиваться, короче, анимации проходят, и, ну, соответственно, так, ничего не кажется. Короче, кажется... вот алхимические инструкции, которые ты просил во время последнего паломничества в храме. Пусть рассвет всегда приветствует. Божественное зелье. Обычно... Да, я хочу отдохнуть, вообще, да. Так я тебе говорю, давай сохраняемся, ты уже не можешь. Саш, только можешь не бегать везде теперь?
Я ищу место, где, блядь, присесть в жопу свою. Блять, медведь кого-то нашел, он кого-то бьет. Нет, это не медведь. По моим прикидкам, вот здесь можно сейчас отдохнуть, где я стою. Только если вы перестанете. Сейчас, я сломаю дверь, там кто-то Давай. Ломится туда. Нет никого. Ура! Ура, блядь! Да это прикольно, что не везде можно отдыхать, потому что иначе... Это гумусы ебаные, блядь! Можно везде, только надо возвращаться, блядь, заниматься ебаным, блядь, этой картой. Либо тпшиться куда-нибудь там в замок, короче, везде можно, просто это, ну... Тупая, блядь, механика гумозная. Так, минутку. Обычно составлять божественное зелье очень просто. Для этого требуется только набор целителя, пустая бутылочка и соответствующее заклинание. Так. Сейчас надо будет зелье сделать. Смотри, набор целителя, бутылочка и соответствующее заклинание. Ну какое? Однако далеко не все заклинания позволяют создавать зелье. Ошибка в этом деле может быть болезненной. Начинайте зелье, с которым уже знакомы. Короче, есть положение. Только куда класть-то это все? Сань, возьми его с этой полки кое-что, вот из этого стола алхимического. Можешь, короче, оставить там одну бутылочку и одну зелье и одну аптечку целителя и попробуй примени лечение на столе алхимическом. Ну, я не думаю, что это поможет. Не понимаю пока, что надо сделать. Тут просто рецепт как бы есть, но... Блять, как сделать-то одну? Я только два перекладываю туда. А можешь сделать, что в столе осталась только одна? Вот, вот. И еще теперь аптечку туда положи. И примени магию исцеления ран каких-нибудь. Каких-нибудь каких? Господи, блять, отойди. Можно по столу? Или нельзя? Сейчас, подожди, каких-нибудь конкретно, конкретней, блять. У меня просто этих исцелений целая куча. Легких каких-нибудь. Каких-нибудь или все-таки конкретно? Ну, что-то фиаско какое-то. Фиаско, да. Там не написано, какое заклинание использовать. Конкретно, как оно называется? Может быть написано. И только идет речь о божественном зелье. Ну нету, говорю. Вот смотри, еще раз читаю. Очень просто, обычно составлять божественное зелье очень просто. Для этого требуется только набор целителя, пустая и чистая бутылочка, в которую вы будете наливать зелье, и соответствующее заклинание. Однако будьте осторожны, потому что далеко не все заклинания позволяют создавать зелье. Ошибка в этом деле может оказаться очень болезненной. Лучше всего начинать с зелья, с которыми вы уже знакомы. ХЗ, в общем. Не знаю, что делать. Пока оставим. Бафайся? Или ты уже? Короче, неизвестное какое-то заклинание. Неизвестно. Лечение серьезных ран, я даже не знаю, или просто лечение. Пока просто забьем на это дело. Я так полагаю, это просто для создания зелий. Ну, то есть это не обязательно по миссии какой-то. Просто это, то есть, как бы,
Рецепт, полурецепт какой-то зелья. Ну где создавать и как, не знаю. Это надо было книги читать. Я все читаю, что нужно. А, священная урна какая-то еще. Тогда давай, блин, хрен знает. Там было заклинание снять болезнь. Минутку, стой. А здесь подсвечники не активные. Значит, с теми все-таки что-то можно было сделать. Блин, да где эта бутылочка-то? Чего? Сейчас. Может, в урну надо положить? Да не, бред. Вот эти урны. Бутылку, аптечку и по урне кастануть что-то? Да нет, это не на алхимическом столе. Пойдем дальше. Не врываемся опрометчиво. Там всякие ебати. Да. Короче, кладу. Ну нежить всякая. Да. Да сами подойдут, короче. Я их застану, давай. Сапфетно. Изумруда так и нет. Часовня. Ah, that's it for you. Take that. Блин, этих я очень боюсь. Сэм, ты справишься? Стараюсь. Культисты проклятые, помогаю. Осторожно, сундук заменил. Get in line, follow me. И что это такое? Непонятно. Тут мумия. Там ловушка у двери стоишь. Страх на меня напал, Сай. На тебе? Да. Не знаю откуда. Ты же не мумия. И ясно сознание не могу, потому что я боюсь. Надо заранее подумать. Да мумия. Сейчас, я восстановление тебе сейчас кину.
А это не работает. А что нужно сделать, чтобы... Ничего, только снять страх. Либо иметь иммунитет к нему, есть такие амулеты. Неприятная вообще штука. Но у меня есть снять страх. Ну уже не надо, да. Естественно, она не выставлена просто. А у меня медведь тоже в страхе. Я так понимаю, мумиё, да, по умолчанию? Да. Фигачит такой штукой. О, книга смерти, это для Эльтура. Слушай, это отлично. Это мы все книги нашли, получается. И там еще же рецепты у них. Надо будет смотреть. Ингредиенты-то у нас есть. Ну вот, а здесь, видимо, технология призыва там вот этих вот. Сейчас посмотрим. Кантилябр в слабом свете свечей запятнанной кровавой страницы невозможно прочесть. Судя по размеру шрифта картинкам, это детская книга. Ну что ж такое, невозможно прочесть. Блять, медведь так и не идет ко мне, пидор вонючий. Только сейчас он подбежал. Я уже попустил троих, блять. Вот уже последний. Пиздец, это пиздец, блять. В этих локациях он словно создан тупить, блять, здесь. Заминированный сундук вот тут еще. Блин, перегруз. Ну что нам тут осталось? Ебаку попустить. Дневники уже просто некуда складывать. В сумке складывать. Useless garbage. Going to have to dump some of this. Сань, давай, знаешь что? Подбирай вот эти сундучки. Не могу ничего больше подбирать. Чё-чё? Ну вот эти вот можешь собрать два? Комод и сундук. И вот этот тоже. Сейчас откроет. Просто места нету. Этот у них аура зелененькая, это вот она накладывает. Я отбегаю.
Там какой-то уебан художничек. Да, ну... Давай сначала мумий, да? Зачистим. Похищение какое-то здоровье просто понизилось. Как хорошо они стоят, да? Мишанин сейчас на него не рассчитывает. Да он, блядь, в страхе вот. Носится. Он в страхе и в паутине, так что пусть постоянно. Стоит. Все, я сюда. Ну у меня уже все бафы заканчиваются. Ёбаный в рот, ну что? Саш, напал какой-то... Это бодок. Я... Ну вот мы его и выйдем. И он нереальный как бы. Так, спокойно, у меня есть против него хорошее средство. Давай быстрее, блядь, меня тут отвлекает еще. Ты сейчас пока нацелишься, стреляю. Сейчас идет, идет магия. Еще. Сейчас. Блин, не то. Прости, Сань. Просто если у него прокнет смертельная поебень, сам понимаешь, все, все, он успеет, он не успеет. Ну не получается, у него не все магии проходят. Нечисть сзади. Всегда. Бля, я без бафов уже просто пиздец. Тебя сейчас убьют. Просто уходи, или живи. Они из урн, что ли, спавнятся? А хз, походу, дело. Да не, не может больше бесконечно. Да, прут опять, да? Или нет? Нет. Вроде пока нет. Стопэ. Фу. Просто у меня уже все закончилось. Я понимаю, да. Ну сейчас, наверное, будет возможность передохнуть. Сохраняюсь. Блин, бодок это, конечно, очень опасно. Он 4 раза на меня киданул какой-то поебень. И каждая могла быть ваншотная. Ну у тебя были какие-то, наверное, бафы все-таки. Минимально. Чё нам еще осталось? Блять, уже второй час пошел. Ну я тебе говорил, давай сохраняемся, ты говоришь, давай дальше идем. Я блядь. Ничего не говорил, давай дальше, где ты такое слышал? Может, что-то другое имел в виду? Я тебе сказал, что еще до хрена будет этих испытаний. И сложные квесты, и потом еще, тут надолго. Поэтому сейчас из этой комнаты вернемся и оставим остальное на следующий раз. Ну, в смысле, вот здесь возьмем дневник, туда дочистим до конца, поговорим. Бля, с... короче, я сделаю гораздо проще. Я просто в город тпшусь. Зачем? Продаемся, здесь сейвимся и все, и достаточно, блядь, ну серьезно. Это вообще замкнутый круг какой-то. Я просто вспомнил, сколько там комнат для этих ебаных, блядь, еще неизвестно, что здесь, опять какая-то ебака, опять бафаться, опять, ой, фу-фу-фу-фу, опять спать негде, короче. Нахер, нахер. Тогда сохраняюсь. Все, я сохранился.